Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас... Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Сегодня будет замечательная новая игрушка под названием... Альба спасает природу. Да, это милый остров, населенный милыми животными и людьми. В общем, это... Пуста какая-то застряла. Надеюсь, новое огромное приключение... Да. Красивые приключения. Душевные. Вы такое любите, мы тоже такое любим. В общем, вот бабуля мы... нам, он, видишь, машет. Машет, да. Иди сюда, деточка. Мне нравится, как все выглядит. Если что, игрушка вышла на ПК, PlayStation и на Xbox. Альба, Амора, любовь моя, да. Ты же любишь играть на пляже, правда? Ой, оглянись, а вот и твой дедуля идет. Смотрим, где дедуля. Какой здорово, мужчина! Аль Пачино! Сегодня в заповеднике просто чудесно! Кругом природа! Неудивительно, что Альбе здесь так нравится! Дайте-ка я вас сфотографирую вместе! Так... Чпок! Семейные фотографии! Мило, отлично. Альба, красуня, сфотографируешь теперь меня с твоей бабулей? Подойди ко мне, используй мой телефон! О! Идем, идем. Она заедала. Смартфоном пользоваться, ё-моё. Прогрессивные какие. Вот так, Альба. Только ходить научилась уже, все с телефона. Да. Пожалуйста, не урони его. Тикток можно заводить уже. Да-да-да. Телефон получен. Она такая, сделаю вид, что я никогда не держала его в руках. Да. Просто направь на нас телефон и нажми на кнопочку. Если что, не обращайте, на фоне еще одно дикое животное орет. Это наш кот. Серое, да. Попробуй уместить нас с бабулей на фотографии. Так, хорошо, каким образом? Ну, вообще, они идеально в кадре. Хорошо. Так, где вы там? Где? Я не вижу. Ну ладно, ладно, не буду шутить. Просто фотографируем. О! Ой! А, ну понятно. Ничего себе, технологии дошли. Это дорисовка. Да. Что? Смотрите, на фотографии. Фоткал эту чаечку, ну ладно. А чаечка оборотень оказался. Это же пиренейская рысь. Тут в нашем заповеднике. Бегите, глупцы. Королева леса, какое прекрасное создание. Бегите, первая фотография Альбы. Дедуля, королева леса и бабуля. У нас впереди еще не одно чудесное лето. С любовью, дедуля и бабуля. Пролог завершен. 10 лет спустя. 10 лет спустя. Утро понедельника. Рейс 319 ЛГВ. ЛГВ, да. Я буду с этим. Ладно. Таким переводом четким. Как будто я Sims Vacation. Это опять же показывает древность нас. Да, я хотел сказать, что я прям ощутил, как будто я реально сама на отдых лечу. Как раз зимой самое то, давайте отдыхаем. Да, многие любят, кстати, теплые страны посещать, если я у вас тоже. Есть деньги, конечно. У меня ванная теплая страна, ладно. Ну, короче, здорово, Альба. Бона винада, Альба. Мы так рады, что ты приехала к нам на недельку. Очень рады. И не забудь, в субботу будет городской праздник. Ты рада? Очень. А, мы что-то другое можем... А. Может, кивнуть? Да-да-да-да-да. А как? Кивнуть? А, все, прикинь. Я знала, что ты обрадуешься. Прикольно, кстати, что таким образом... Система, да, диалогов. Ну все, говорить мы еще не научились, но... Кивать можем. 10 лет, да, не научились. Не переживай, в этот раз мы не будем просить тебя станцевать с нами. Это все побочный эффект телефона. Я еще говорю, что они все еще в этих одежках до сих пор. По крайней мере, не перед всем городом. Ты, наверное, проголодалась с дороги? Давай-ка отпразднуем твой приезд обедом на острове Ла Рокета. Ого. Или Ла Рокета, я не знаю. Лодка до Ла Рокеты скоро отправится. Дети едут бесплатно. Дринь-динь-динь-динь. Рынь-рынь-рынь. Ништяк. Я прям не знаю, то ли музычка так на меня влияет. Да тут и визуал. А, что-то мы рановато, а паэлья еще не готова. Mm-hmm. Опять еда, но в самом деле. Прогуляйся по острову, а мы с дедулей пока отдохнем. Так. Постой-ка, чуть не забыл. У меня есть для тебя подарок. Справочник дикой природы. А мне кажется, кстати, дети любят вообще такие темы. Да, конечно, все вот эти. В этом справочнике есть все дикие звери, которых можно увидеть в округе. Помнишь пиренейскую рысь? 10 лет назад. Да-да-да. Конечно. А, может, надо как-то прям... А, может, сверху вниз. Все.
Я знал, что ты вспомнишь. Система топовая на самом деле. Я бы хотел пойти поискать ее с тобой на этой неделе. Но, к сожалению, сейчас они практически вымерли. Печально. Как и я. Почти. Дедуля прав, сейчас их не найти. Ну, дедулей-то много всяких. Так что вид дедуля еще надолго. Целый вид отдельный, да. Но ты можешь увидеть дельфинов. А теперь иди прогуляйся, мы напишем тебе, когда обед будет готов. Хорошо. Мне нравится живость анимации персонажей, когда они с тобой общаются, они постоянно поправляют волосы или очёчи. Это что такое было слева? А, это птичечка, это птичечка! Видишь? Стой, птичечка. Слушай, а какая-то нестандартная птичка. А я могу... Так, исследовать... Ага. Ларетта. А я могу как-то, может, фотографировать... А, вот справочник, да, у меня? Да. Так, следующая страница... О, биомы, лес, ферма, горы, город, ё-моё. Так, это пляж. Что здесь находится? Это чайка какая-то. Чайка вот эта, наверное, да? Нет, черноголовая. А ее даже... Стой, погоди, он со звуком? Фига. Такой звук, Миш, я как будто реально слышу. Так, следующая страница. А, звук в этой игрушке так, прям топовый. Ладно. Это черноголовая чайка. Так. Нет, ты... Бакланы включи. А, не, вот она была, нет? Вот, это она. Думаешь? Да, это 100%. Слушай, ну ладно, ладно. А вот, мне кажется, вот. А, нет. Ходу. Видишь, она? Ходулочка. Как обезьяночка такая. Ладно. Класс. Пойдем. Я чувствую, как солнышко греет. А, хотя нет, это чайка. Да. Нас... О. Агнес. Альба, да? Ты вернулась? Это я, Агнес, твоя лучшайшая подруга. Ты по мне скучала? Ну, конечно, скучала. Прошел уже год, я считала. Пойдем, я покажу тебе тут все. Пошли. Исследовать. Можно со всеми, я так понимаю, пообщаться, но мы пойдем девушкой. С девочкой. Так. Юная леди. Пеппи, смотри, кто вернулся. Альба, ты так выросла за год. Мы пойдем гулять по острову, вернемся потом. Так, все, пойдемте. О, слушай, и мне нрав... Так, это что такое? Мы пойдем. Можно мусор выкинуть. О, какая видишь, полезная. Слушать, класс. О, помните игрушку, где мы зачищали природу да, от всяких да, загрязнений? Да, да, здесь уже более таким есть... Осознанно прям вот все классно. А здесь не, можно это? Я не могу почему-то. Ну, но наверное, у нас пока задание вот тут чисто, за ней. Миш, мне кажется, потом нам дадут какую-то штуку может быть. Собирать мусор. А может здесь все... Ом, белочку вижу. Будем очищать природу. Что здесь накекал столько? О, смотри. Реально. Классно, они между собой. Чипсы валяются. Ну кто насрал здесь? В натуре. Эти древние руины будто совсем сломаны. Одно из моих любимых мест. Ну, она близка к истине, могу сказать. Постой, что это за шум? Ну вот. Ой, нет. О нет, смотри, там дельфина выбросила на берег. Пойдем скорее на пляж, мы должны помочь дельфину. Ё-май, вот люди, а! Отправляемся. Своим пластиком все закекали. Согласна. Ой, это какой-то маленький птенец как будто. А, черепашка? А, ящерица. Опять же, ящерка. Вот как и про ту игрушку с мусором, хочу сказать, классно, что с помощью игр детям, например, пытаются вещи полезные. Да и взрослым тебе могу сказать. Ну и взрослым, но я к тому, что детям всем вообще полезно. Шикарно. Самого, чтобы они, понимаешь, с самого начала знали, как надо себя вести. Дельфин запутался в сетях. Скорее, мы должны спасти его. В сетях, наверное, скорее всего. Хотя фиг знает. Ну ладно. Ну, неважно, вы поняли. Какой тяжелый, тут нужны еще люди. Я распутаю сеть, а ты позови кого-нибудь на помощь. Так. Нам... Игру про чтение, Миш, еще никто не изобрел. Ну да. Да ладно, это уж сейчас об этом париться. Все кто как хочет говорит. Давайте помоемся. Такс, ну он попробует мужчинку с ложкой. Он, правда, готовит. Дельфин, на берегу. Ни слова больше, я встречу тебя на пляже. Какие они отзывчивые. Так, шесть человек. О, это о, можно такое? Помочь, наверное, сложить. Наверное. Ну, давай. Ай да мы, ай да хозяюшки. Вообще, разобрать. Это класс. Кто заложил обратно тут? Вон еще сейчас этого попросим мужчину. Пепе. Дельфин? Уже бегу, паэлья подождет.
Главное, почему-то чтобы еще... она не сгорела. Почему-то визуально Рюкю немножко напоминает. Не знаю почему. Дедок такой, уже бегу. Через там Six Hours Later. Так, конечно, я помогу. Давай, спасай. Так, все, ладно. И наших попросим. Так, естественно. Так, дельфин. Дельфин выбросила на берег. Пойдем. Давай. Собери всех в круг, чтобы распределить вес. Дельфины очень тяжелые. Так, еще одного. Чайка, помоги нам, пожалуйста. А вон девушка какая-то. Мы ее раньше не видели. Да, я не видел. Йоу. А ей, наверное, пофигу. Операция по спасению дельфина? Я проведу прямую трансляцию. Ну, это женщина, да, большая уже такая. Матерая какая-то. Ну, либо пухлая девочка. Не знаю. Еще, видишь, помощник идет. Нет, не идет с нами. Так. Быстрее, спасаем. Все потихоньку собрались. Я вижу, как жизнь... уходит из него. Альба, тут уже много народа. Давай передвинем дельфина. Ну, так давай. О, целоравый. Освободили. Его видно от сетей. Чувак, сэм. Вау. Такой в матрице стиль. Классно. Это так миленько. Вива! Вы с Агнес спасли этому дельфину жизнь. Смотри-ка, дельфин говорит вам спасибо. Какой прекрасный кадр может получиться. О, всегда с собой беру. Видеокамеру. Вон дельфин там. Вот это точно только старики помнят. Альба, подруга. Я поняла. Наше предназначение. Приготовьтесь, а то вы сейчас упадете. Готовы? Лига Альбы и Агнес. Мы спасаем природу. Или ламсп. Типа Лига Альбы, Агнес. Да. Ладно, над названием еще надо подумать. Но наша цель от этого не изменится. Теперь природа будет под нашей защитой. У нас все получится. Даже в газету девочки попали. Создают Лигу спасения природы. Быстро. Мы как эти, как это, значки-то дают? Пора идти, да. А скауты, есть. Да. Мы не пойдемте, поели. Да, спасатели. Алло. А паэлья. Как же паэлья, ё-моё. Я уже почти почувствовала вкус. Короче, без еды остались. Не, пейзажи здесь, конечно, крутые. Вообще атмосфера классная. Я не знаю, вот опять же повторюсь, за счет чего. То ли вот музычка очень сильная. За счет всего. Слушайте, ну я рад, что игровая индустрия просто очень радует. Игры, на самом деле, недавно было награждение. И анонсировали много кооп игр. Да. В 2021 году будет что показать. Ну а сейчас возвращаемся. Казалось раньше, что у геймеров нет друзей. Но есть игры. Получается, это не так, раз игры столько разрабатывают. Вторник. Ветер перемен. Блин, как будто мультик смотришь. Слушай, режиссура здесь удивляет. Да, вот я говорю, прям класс. Бомбезно. Мне еще, знаешь, почему-то напоминает смесь, я не знаю, что это, конечно, вообще такое, смесь Греции и Рио-де-Жанейро. Но это что-то. Какая-то Испания. Но я говорю, я не знаю, где-то где это. Посередине. Доброе утро, Альба. Надеюсь, ты хорошенько выспалась после вчерашних событий. А доброе утро, Альба, извини. Кого-то он там. Да, нам надо говорить потише. Твой дедуля пытается сфотографировать птиц. Сегодня ему с этим не очень везет. Почему же тут нет птиц? Ага, потому что тут нет еды для птиц. Да ты просто гений! Какая ловушка. Гений дедукции, дедуля. Да. Альба, ты не могла бы наполнить кормушку, пожалуйста? Мне нравится, что просто дедуля. Дедуля, да. Ну, в принципе, я как понимаю. Юля, только дедуля. Так, ладно, нам нужно покормить. Мне нужно быть наготове, чтобы сразу сделать снимок. Папарацци. Так, у нас задание. А как я наполню? То есть... А может, у тебя в инвентаре есть? Стой. А, вот, все, пожалуйста. А, просто вон, птички появились. О, сердечко, спасибо. Ступендо. А вот и птицы. Давай-ка распознаем их, Альба. Вот, возьми мой старый телефон. Там есть приложение справочника дикой природы. Нам телефон достался. Бушный. Просто наведи, щелкни и опознай. Потренируйся на птицах у кормушки. Так, хорошо. Попробуем. Так, я могу отдалить и приблизить. Приблизить надо, наверное, Миш. Неопознанно. Как неопознанно? Так, новый опознать. А вот, опознать. Юн-зим вот это новые сканер. Технологии.
Домовой воробей. Я так думал, что воробейчик. Готово. Так, тут еще кто-то есть. Ого, так еще прикольно, что фокус. Так, у нас еще... Эй! Узнала, что это за птица. Значит, они все одинаковые. Да-да-да. Так, естественно, эй-эй-эй. Может, медленно должен? Ладно, конечно, нужно вверх. Можешь этого изгоняющего дьявола. Это жульничество. Я видел, как ты использовала приложение. Вот к бабуле сказала. Отличное приложение для всех животных работает. А теперь беги изучать остров, повеселись и попробуй отсканировать животных. Блин, офигенно. Я знаешь... Пять разных животных. Я сейчас испытала забытое чувство, как будто я реально на каникулы приехала там в деревню или куда-то. Знаешь, когда ты изучаешь вот эту дикую природу. Ну, согласен. То есть, знаешь, приехал, еще ничего не изучено, не открыто, неизвестно. Ностальджи. Альба, чуть не забыла. Возьми карту, чтобы не потеряться. Повеселись. Мапа. Мапа. Ну-ка. Короче, это прям очень классно. Ох, ёх ты, открытый мир. Конечно, я не в такие места ездила, не в Испанию, там, не в Италию. Ну вот, считай, побывали. У нас там была грязь. Ну ладно, был красивый. Офигеть. Ну сейчас кого-нибудь... Вон вижу птичку, сейчас будем сканировать. Мы открыты этому миру. Вон, смотри, кто-то. Это котик? Наверное, просто кот. Вряд ли что получится его отсканировать. Ну, мы попробуем. Сейчас, ну, хоть покрасивше. Давай, фоткай. О, ну, блин, было так шикарно, когда он хвост. Это он просто булки, я хочу поближе. Он не убежит от нас? Лицо хочу сфотографировать. Блин, не так-то просто. Так. Во. Так, новый животный. Опознать, так. Камень. Коте. Домашняя кошка. Блин, как надо же. Теперь... Ну, ты видишь, типа, все будешь. Так. Жители Сикараля, приходите в заповедник. У меня потрясающие новости. Вам они, короче, понравятся. Вон он, кстати, мэр. Два задания. О, стоп. Птичечка. Это воробей, Миш. Да, это воробей. Тоже воробей. Прикольно, тут что-нибудь можно? Я уже начинаю. О, вон, смотри, заяц. За вот здесь. Ого, огромный какой. Так, опознать. Такс. Заяц-русак. Да, вот да, это да. Булочки. Знакомая. Так, тут нужно класс, быть внимательным. Ох, как она мне нравится, эта игрушка. Я прям не могу. Сейчас послушаем мэра. Альба, сюда. Всем интересно, что сейчас скажет мэр. В кавычках, да? Может, он объявит о восстановлении заповедника? Прошлой зимой пожар его практически уничтожил. Фух, мы как раз вовремя. Будет просто чудесно, если его восстановят. Заповедник уже слишком давно заброшен. И правда, мы с Альбой каждый год хотим там поиграть. Помнишь, красуня, как мы приходили туда, когда ты была совсем крохой? Твой дедушка сказал, что вы видели рысь. Целую рысь! Я так завидую. Да, королеву леса. Мы видели ее прямо здесь, в заповеднике. Прям... Очень завидую. Я тоже хочу увидеть рысь. Так, похоже, мэр сейчас начнет говорить. Давайте подойдем поближе. Вот я могу сказать, это настоящее детство, когда люди... Ой, да, дети, да, вот да. Так. Жители Сикараля. У меня есть потрясающие новости о нашем заповеднике. Что-то мне кажется непростой. Мы превратим его в... Магазин. Че, прикинь? Нет, в отель какой-нибудь, блин. Да, блин. Да на кол его посадить! Вон этот шпиль. Самый большой в мире элитный отель! Вы знаете, в каком плачевном состоянии сейчас заповедник? Его не спасти. А новый отель вдохнет в наш чудесный остров новую жизнь. Хана здесь. Спокойствие, могу сказать. У нас снова появятся туристы, а с ними новые рабочие места и новые возможности. Пожалуйста, поприветствуйте Пако, владельца будущего отеля. Спасибо, Тони. Я думал, ты охранник его. Этот отель станет воплощением роскоши, комфорта и возможностей. И это он не предел, ведь у совершенства нет предела. Моя компания построит отель в рекордные сроки. Вообще-то строительство уже началось. Они из-за этого ли все плохо? Может, они пожары устроили, нет? Вот, знаешь, очень на некоторых
На некоторые ситуации похоже. Спасибо, Пако, за столь вдохновляющие слова. Что ж, на этом все. Спасибо всем, что пришли. Мы не будем отвечать на какие-либо вопросы. Ну ты, конечно, клещ. Они построят что? Элитный отель? Интересно. Заповедник не спасти? Это мы еще посмотрим. Альба, давай-ка все выясним. И прямо сейчас. Так, найти... Так, это у нас... А что выяснить-то? Исследовать заповедник. Так, ну это мы можем посмотреть просто эту. Тут можно, конечно, со всеми пообщаться. Вон, кстати, кто-то там есть. Вот, кто-то... наверное, здесь, да, стройка или что-то. Блин, а, ну это и канава. Пес, ну и пес. Мне кажется, надо так, избавляться сейчас от мэра. Исследовать заповедник. Ну ладно. Может быть, кому еще все-таки спросить здесь? Давай. Моя семья сюда переехала, потому что здесь так тихо, но с этим большим отелем все изменится. Может, это и неплохо, иногда бывает слишком тихо. Ну, то есть мнения разделены. Вот здесь, наверное, он заповедник. Можно Да. А, чаечку можешь сфоткать? Ну, давай. А может получится. Она, Миш, а это не простая, как будто... А нет, это ой, чаечка. Ой, я уже испугался. Так, они так. Там еще, Миш, чуть дальше есть. Она улетела уже. Вон она. Стой. О, чаечка. Так, опознать. Чаечка. Да-да-да. Средиземноморская чайка. Классно, мы еще и, возможно, каких-то новых животных узнаем. Да. Полное название. Надо мусор, кстати, собрать. Ой, свалка здесь. Ну нет, я имею в виду, здесь, я думаю, новые какие-то будут, наверное. Готово. Зверушки. Я не знаю, что нам дают эти сердечки, но... Хорошее дело выполнить. Вон, видишь, летят какие-то. Это гусь, утки. О, да я даже не знаю, кто это. Кто это? Смотри, уткам нравится наш доблестный труд. Не бойтесь, пернатые друзья. Уамсп, все под контролем. Надо продолжать в том же духе, Альба. Мы напомним всем, как здесь чудесно. Да уж тут, конечно. Ой, надо сюда вот птичкам корм. Корм, да. Сейчас воробушки. Не воробушки, какие-то новые дрозды. Птички. Так, сейчас надо их сфоткать. Ай, зяблики. Так, кто это? Сейчас посмотрим, кто это. Синица. Хохлатая синица. Я не знаю, синички. Бывают там синицы? Ну, наверное. Вот хохлатые бывают. Наверное, бывают. Так, быстренько закинем все. Сейчас кто-нибудь еще прилетит, наверное. Ай да молодцы. Сейчас еще. Мы, кстати, уток не сфоткали. Вот это утки. И те утки, а это, наверное, Пряжи. Разные утки. Ну, типа, разные виды. Селезень какой-то выпал. Да. Так. Смотри, большие птицы с зелеными головами. То есть те утки, а эти... Я их раньше не видела. Альба, посмотри приложение, что это за птицы. Не проблема. Так, а уток-то сначала сфоткаем? А тут что? Вот это кто? Это хохлатая чайка, домашняя кошка, воробей. Это локальная фауна какая здесь. Слышишь, так, давай. Это большая с зеленой головой, это широконоска. Угу. Ну да, кстати, вот у нас зачастую такие именно обитают. Красноголовый нырок. То есть это не утка? Не, ну, она пускала бы... утки прилетели. А, ну вот эти утки прилетели, наверное. Погоди, вот эти. Вот это утки, да. Так, вон так, сейчас. Видишь? Блин, посимпатичнее. Вот, стой, ну. Сейчас. Во, шикарный, красивый кадр. Все. Мы еще будем по кадру запаривать. Экспозиция там и все такое. Чирок. Зеленокрылый чирок. Или чирок. Как ну, его? Я слушай, не знаю. Я даже не знаю. Блин, тут сломали вон. Все. Ага, мост. На той стороне все самое лучшее. Завтра я выясню, кто может помочь нам починить его. Так, ну а мы надо пока вот можем... этих пофоткать, да? Так, это вот... вот а, вон, тот, вон, наверное, да? Да. Правда, в спину, но... А мы сейчас увидим. И справа, наверное, тех. Красноносый нырок. Ну это да, другой нырок. И вон и вот эти, эту. Забыл я, широконоска, что ли, как там. Угу, сейчас проверим. Да. Широконоски. Ну да, понятно, это все. Всех отсканировали. Готово. Редкие широконоски замечены в заповеднике. Широконоски, наконец-то! Я их повсюду искала. Приветствую, коллега, любитель природы. Как вас зовут? Мои юные друзья. Я Клара, президент Ассоциации дикой природы. Наша цель задокументировать всех животных на этом острове. Здорово. У нас есть своя лига спасателей дикой природы, ЛАМСП.
Сейчас наша миссия – спасти заповедник и остановить строительство отеля. Присоединяйся к нам. Мне нравится эта идея. Моя коллега Альба Сингх уже приготовила все бумаги. Мы как будто с индийской фамилией. Угу. Правда, Альба? Да, мы только кивать можем. Мы добрая, немая девочка. Наверное. Вот мы так. Просто больше делами занимаемся, чем трепимся. Это верно. Как профессионально, конечно, я подпишу. Как хорошо вы придумали собрать подписи против строительства отеля. Мы тоже свои подписи вставляем. Да, это такой у нас план. Он всегда таким был. А. Надо собрать много подписей, 5 миллионов. Да. 5 миллионов? Я думаю, 50 вам должно хватить. Миллионов? Наверное. Думаю, у вас будет много возможностей собрать их. Моя коллега Юн хочет увидеть ястреба-перепелятника. Похоже, они гнездятся в лесу прямо за городом. Найдите и отсканируйте ястреба-перепелятника, и подпись будет у вас в кармане. Она нас шантажирует? Нет. Отлично. Дашь. Спасибо за наводку, доблестный член ЛАМСП. Тогда это уже не ЛАМСП. Ястреб-перепелятник и подписи, мы идем к вам. Она как аутсорсер, так что все остается на месте. Я думаю, что пока что мы остановимся с этой замечательной историей и надеемся на вашу поддержку. Хочется дальше проходить вместе с вами эту игрушку. Она действительно шикарная и действительно с хорошей мыслью внутри. Так что все. Всем хорошего настроения, будьте молодцом и умницами. Всем пока. Всем пока.